Всем привет, народ, с вами Алекс Фрэш, и мы сегодня поиграем в Space Mechanic Simulator, типа космический механик симулятор. Ну, это, конечно же, демка, как обычно, потому что демок у меня огромное количество, и поэтому их будет много. Опции не открываются, соответственно, музыка в игре есть, и, возможно, видео будет без звука игры, потому что, если будут авторские права, вы понимаете, что это жопа. Итак, миссии. О, три миссии есть, интересно. Слушайте, ну если миссии будут такие не по 5 минут, то как раз 3 видосика можно будет сделать, да? А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Upper level. Ага. А, ну тут написано, что демо. Так, ну ладно, давайте первая миссия. Надеюсь, будет какая-то обучалка. Это просто все так подсвечивается, я пытаюсь понять, может какая-то менюшка тут скрыта еще. Ладно, миссия 1, поехали. 4К, ультраграфон. В игре не знаю, что там на автомате настроено. Надеюсь, все будет классно. Фан факт. Астронавты Аполло 15 сделали стартовые... А, Starlink Discovery. Да, хорошего дня. Или хороший день, астронавт. Это первая миссия. Меня зовут Кара. И я хочу помочь тебе финишировать этот... Чего-то там. Типа управления, сейчас посмотрим. После туториала мы будем готовы к миссии. Короче, давай приступим к работе. Погнали. Так, ну я пока что с собой еще не это, не контролирую себя. Нифига я жирный. Не, это Марс, что ли? Это Марс? Да! Как тебе такой, Илон Маск? Это рево управление. Так, ну лево, право, вперед, назад. Извините, конечно, можно помедленнее? Ролл. Это поворот, что ли? А, нифига. Не понял. Аж. Не понял. А, пробел. А я Ctrl и Shift клацаю. Так. Action. Attach, типа, приконнектится. Ну, в смысле, чтобы не улететь никуда. Detach. Examine. О, мобилка есть. Так. Двигайся в пространстве. А, мы можем и так, да? К желтому маркеру. А, это не тот, да, походу? А, нет, это тот был. А там просто attach написано, типа, думаю, приконнектить что-то. Это, кажется, сканер. Ага. Fuse. Fuse round. Fuse, по-моему, это шланг. Так, detach это... Угу. А, то есть просканировать это было не attach, а просто просканировать. А, нет, походу все правильно было. Странно немного, да? А, ну хотя это аж обучалка, поэтому я не смог сразу законнектиться, да? Короче, нужно снять эту пластину красную. О! Подсветились. А, я далеко был. А красным типа... А, типа красный не могу снять, потому что не снято. А теперь зеленое. Ух ты ж, ё-моё.
До первой базы механизм. Тебе нужно найти поврежденную деталь. Examine. Ага, типа проверка состояния. Вон. Капец, она быстро, да, разговаривает? Она не договорила, уже следующая пошла. Короче, детач нужен. Смотрите. А, тут сейчас ничего не светится, что нам мешает. Нам, по сути, мешает вот это дело. А это не снимется, пока... Я понял. Надеюсь, я все правильно делаю. Че, разбираем прям все? А, тач? А, тач подсвечивает, отлично. Так, ну допустим, давайте вот, ну, прямо отсюда идти. Красное, красное, то есть мешает вот это, если с этого начинать. Будем чисто, ну, не бояться, полноценно дубасить и все. Чем мне переживать вообще? Только не понимаю, как эта труба будет доставаться у меня. Она не сквозная случайно, эта фигня? Так, ну здесь, допустим, вот это... А, да-да-да-да-да, понятно. Тогда вот это вот разбираем. Тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично. А где целую взять? Купить новую часть. Типа она отмаркировала магазин. Вон магазин. Орбитальная какая-то станция. Месяц тут с какой-то фигней летаем. Фух. Типа 200 градусов или что? А, 200 кредитов, походу, ценник. Я смотрю, думаю, а что, не разное, что ли, будет? Так, все. Давайте ставить обратно. А потом у нас будет батарея V10. Блин, станция, походу, ли оборачивается, или это я уже провернулся. А, слишком близко находился, что ли? А, не-не-не-не-не. Ой, не то. Вот это снять. Ту фигню потом нужно, а то она сейчас нам будет мешать сильно. Ну, теперь можно ее поставить. Блин, только один болт прикручиваешь, сразу все, иди сюда, да? Да блин. Попал. Не понял. Не понял. Ч
Чё-то я, походу, втыканул немного. Надо снимать обратно. Чё-то я завтыкал, народ. Где-то я облажался тут явно. Ну, типа, абсолютно одинаково выглядит. Я не так прочитал. Короче, они хотят, чтобы я все обратно поставил, то, что я снимал тут. А я затупил, а сейчас не врубился, думаю, а что не так? Думаю, вроде бы все правильно сделал, оказывается, я сейчас сам натупил. Во, отлично. Погнали, теперь тут отремонтируем. Я уже догадываюсь, что вторая деталь тут. Да я прям как знал, да, куда? А, это кузов. Ну, в смысле, корпус. Кузов. Я прям знал, куда ткнуть сразу сходу. Так. Так, как там? Оу! О, ты... А, ладно. О, точно. Вот эту снимем. Как раз мы увидим туда. Так. Ящик. Ящик. Погнали за ящиком. Купим ящик. А этот продадим. Слушайте, ну прикольно. Главное, чтобы не на время было. А, смотрю, время там светится. Сейчас только допер, что оно просто идет. Не могу, блин, попасть. Самое интересное, что вот эта фигня только потом появилась. Походу, я как-то все через жопу начал делать. Not bad. Так, летим в шаттл. Прикольно. Реально прикольно. Но судя по виду, это мы спутник какой-то отремонтировали. И потратили на это 11 минут и очки 2 звезды. Ну ладно. Облажался. Ну кто ж знал, это же была первая миссия, но зато теперь доступны вторая и третья. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписаться на мой канал. Все ссылочки будут в описании под роликом. Ну а с вами был AlexFresh и всем пока-пока.